В библиотеке имени Крупской для читателей подготовлена информационная стена «Память о Великой Победе». На стенде размещены информационные листы с текстами популярных песен, стихотворений, героев ленинск-кузнечан Великой Отечественной войны. Каждому событию присвоен QR-код, который ведет на сайт библиотеки, где размещена подробная информация о героях, истории Ленинска-Кузнецкого и полные тексты песен и поэтических произведений. А в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Радуга» составили фотохронику, в которой пересекаются фотографии прошлых лет и современных. Времени. Эти люди провели огромную исследовательскую работу и вложили частичку своей любви в каждое фото.